Доброе утро. У нас на сегодняшний момент с начала пандемии в республике зарегистрировано 2968 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки 70. Из этих 70, 60 приходится на город Якутск, по 3 случая в Алданском и Намском районе и в нескольких районах единичные случаи. Мы можем сейчас сказать, что по уровню тестирования мы остаемся одними из лучших регионов в стране. За последние сутки свыше 4000 тестов проведено. Это позволяет нам выявлять как раз болезнь на ранних стадиях, бессимптомных. В этой связи я хочу сказать, что, к сожалению, за последние дни мы видим очень тревожную тенденцию увеличения количества больных детей. Если у нас сейчас на излечении находится порядка свыше 1500 людей в общей сложности, из них 800 в стационарах и 700 амбулаторно, то вот из этих 1500 у нас 23% составляют дети. Среди тех, кто проходит амбулаторно, у нас 36% составляют сейчас дети. Дети в основном переносят болезнь легко, бессимптомно, но при этом они как раз и являются во многих случаях источниками принесения инфекции внутрь семьи и дальнейшего заражения и серьезных осложнений. Сейчас, тем более, достаточно много детей выезжает из Якутска в районы на летние каникулы, и мы предполагаем и видим уже в некоторых районах как раз при внесении болезни в район через детей. Я сегодня дал поручение Минздраву совместно с главами муниципальных районов отработать вопросы двухнедельного наблюдения за детьми на местах, вот особенно за теми, кто приезжает из города в район. Это нужно как для сохранения здоровья детей, так и для сохранения здоровья старшего поколения и в целом для улучшения эпидситуации в нашей республике. Спасибо.